Сегодня я поделюсь с вами рецептом пирожков с мясом и слоёно-дрожжевого теста. Для приготовления нам потребуется 500 грамм домашнего фарша, слоёно-дрожжевое тесто, 3 средние луковицы, соль, молотый кориандр и перец. 3 луковицы мы порезали. И теперь будем готовить начинку для пирожков. Сначала нагреваем сковородку с маслом растительным. Обжариваем лук. Чтобы лук равномерно прожаривался и не подгорал, его лучше жарить на небольшом огне. Лук начал золотиться, и сейчас мы начнем добавлять сюда фарш. Фарш мы обжариваем с луком, постоянно помешивая. В конце обжаривания мы добавили соль, перец и молотый кориандр. Все тщательно перемешали. Начинка готова. Дадим ей немного остыть. Пока начинка остывает, я подготовила лист и положила в него бумагу для выпечки. Берем пластину теста, разрезаем на 9 квадратов, откатываем каждый квадрат и добавляем начинку. Соединяем противоположные концы и делаем пирожок такой формы. Немного загибаем уголки. Кладем пирожки на лист швом вниз. Готовим пирожки в духовке при температуре 220 градусов. Наши пирожки готовы. Сегодня я их испекла в духовке, но также их можно поджарить на сковороде. Тоже будет очень вкусно.